Всем привет, вы на канале Вулкан. Сегодня я покажу, как получить Конора Макгрегора в игре UFC Mobile 2. Заходите, значит, у вас здесь будет такое событие, оно будет называться набор в команду. Вы его проходите, потом у вас откроется вот такой вот бой-реванш. То есть набор в команду, событий уже не будет, будет бой-реванш. Нажимаете на него. Значит, так, еще на секундочку. Начинаете его проходить. Доходите до самого Макгрегора. То есть там будет получаться 4 ступеньки. Вот Макгрегор будет на 4. Вот. Начинаете ее проходить. Выбираете путь. Я выбрал этот вот путь. Сейчас буду сражаться против Конора Макгрегора. То есть сначала забудете набор в команду, да, события. Вы его проходите, вообще полностью оно легкое. Потом открывается вот этот вот бой-реванш. Вот. Вы его начинаете проходить. Там в конце бой-реванш. Получается, когда нажимаете на это вот событие, да, там получается бой-реванш. Вот это четвертая вот ступенька, там будет Макгрегор. Вы должны до него дойти. Вот как я сейчас дошел. И начинаете проходить. Давайте пробуем. Ну что, давайте попробуем. Так, мы выиграем Конора. Нажимаем продолжить. Видим 45%. И Конор Макгрегор. Трехзвездочный. Давайте посмотрим Конора. Вот, пожалуйста. И сразу открывается новое событие, реванш. Я его еще не видел. По-моему, это игрок, а я не из тех, кого я могу. Волчья шкура. Короче, да. Открывается. После чего заходите в мои сборы. Короче, как прошли бой реванш, заходите в мои сборы. Сейчас покажу, секунду. То есть, вот, прошли бой реванш. Выходите мои сборы. Вот. И тут мы можем найти встретить Конора Макгрегора. Конор Макгрегор, ну ладно. Ну, начинайте, можете сейчас прокачивать его. Конор. Давайте попробуем прокачать. Как только сможем. Ну и все, будет вам Конор. Можете играть уже за него. И все супер. То есть, если хотите, чтобы за него там проходил какой-нибудь, не знаю. Если хотите, чтобы за него какое-нибудь прохождение там сделал, какое-нибудь видео прохождение за Конора, то если вам эта идея нравится, можете написать в комментариях. Если вдруг вам нравятся эти. Так, открываем пак. Избранная. Сейчас нам повезет, она выпадет. А здесь тоже можно выбить эти стили. Так, нам уже нужен предмет. Нет, не тот.
Мне нужен ударник. Давайте еще 3 раза. Не то. Еще 2. Опять не то. Последний набор. Пипец. Все для Десани. Обидно. Обидно, ничего не выбиваем. Ну ладно. Короче, вот вам Коннор. Даже немного за него. Поиграю, что ли? Я сейчас смогу, правда. Так, где у нас Коннор? Здесь. Короче, вот он, Коннор. Можете играть за него. Ничем не волноваться. Копать Кори. Ну ладно, сейчас покажу. Сейчас покажу. Подождите, вот. Вот Коннор. Можете за него играть. Ну, давайте вскрываем. Один матч. Покажу, что это реально Коннор. Его еще надо, правда, качать. Обязательно этим займусь. Займусь прокачкой Коннора, если будет статично. Давайте первую катку за Коннора. Давай, давай, Коннор. Коннор пошел, пошел. Хорош. Вот так мы выигрываем. Ну вот, да, в общем, это Коннор. Можете за него играть. Все будет окей. Ладно, с вами был я, Волкаут. Всем пока. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. С вами обязательно увидимся. До встречи.